каждый человек идет по родной земле своей дорогой, своей тропой. Немногим посчастливится встретить на пути родственные души, и тем, кому повезло, нужно суметь сохранить их рядом. 10 человек соединила любовь к музыке и искусству на дальневосточной земле. 10 лет объединили русское наследие и современное творчество. 10 сердец бьются в одном ритме. Ритме ансамбля народной музыки и песни «Берега России».